имеет глубокие чувства, проявляет умение обращаться с деньгами. Буква О таит в себе энергичность и отзывчивость, упрямство и доброту. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. Буква Л в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Буква С в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Часто в характере людей с буквой О в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Эти люди обладают рациональным, гибким, аналитическим складом ума. Они находятся в постоянном поиске новых знаний и истины. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Для владельца имени с буквой «Л» требуется проявить тонкое восприятие красоты, артистические, художественные таланты, стремиться поделиться знаниями и ощущениями с партнерами. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Предупреждение владельцу с буквой «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогает им довольно легко переживать невзгоды. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Эти люди азартны, что нередко провоцирует их на необдуманные поступки. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они чаще других являются основателями новых религиозных течений, авторами новых, оригинальных, философско-религиозных концепций. Такие люди обладают богатством идей, заботятся о своем внешнем виде. Книги владельцев этого имени часто становятся бестселлерами, вдохновляя следующие поколения вечных странников поднимать паруса и отправляться в странствие. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Человеку с буквы «К» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Значение буквы «П» в имени определяет такие качества личности, как уверенность в собственных силах и склонность к философским размышлениям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.